Что, ребята, всем привет! Вы снова на канале Live Fishing 23. Необычный задний фон. О, свет включили. Ну, чтоб картинка нормальная была. В общем, я нахожусь на трассе, стою, голосую. А если честно, жду Игоря. Должен подъехать Игорь с минуты на минуту. Время уже 7 часов, наверное. Около 7. И мы выезжаем на рыбалку. Сейчас приезжает Игорь. Мы втыканули здесь на метра. Перегружаем оборудование, мою машину. И выезжаем на рыбалочку. Едем в станицу Тимигоревскую. На прикольный водоем. Квадратный водоем с квадратными рыбами. По последним данным, на этом водоеме была поймана рыба весом 30 плюс килограмм. Более 30 килограмм. В планах было съездить на другие водоемы, но когда увидели видео с этой рыбой, решили проверить, есть ли там действительно такая большая рыба. Наша задача — выйти из 20. У Игоря Big Fish 5500, по-моему, или что-то около того. Ему надо побить свой личный Big Fish. Мой Big Fish по карпу 18600 или 18800, честно, я уже не помню. Поэтому сейчас грузимся, ждем Игоря, грузимся и туда закат уезжаем. Приедем уже ближе к 9, я думаю, в начале 10. Ночью разобьем лагерь, поставим палатку, установим удочки. Не знаю, забрасывать будем или нет, потому что в темноте хрен просышь там, куда там забрасывать. Потому что водоем там, ну, по тем данным, которые у меня есть, он большой. Так что подготовим удочки и уже часиков... Блин, комары. Часиков в 5 утра встанем и уже спокойненько найдем точки лова, закормим и начнем ловить. Потому что хотели выехать завтра с утра, опять же, даже если в 6 выйдешь, 8 там, пока вложился туда-сюда, время уже 9, начало 10, и вечером в 6 уезжать надо. И было принято решение уехать сейчас в ночь, разложиться и с утра спокойно ловить. Будет рыбалка, короткая сессия, один день, и все. Ну, то есть, ну, ночью приедем, ляжем спать, а с утра встанем, начнем рыбачить. Так что вы все увидите. Всем приятного просмотра, ставьте лайки. И погнали. Ну что, друзья, вот мы и на водоеме. Время у нас сколько уже? 10, наверное? Да, 11. Не, 11. Уже 11. Приехали мы сюда в 9. Дорога заняла ровно 2 часа. В принципе, никуда не спешили, доехали. Классно, все комфортно. Есть нюанс, спускает колесо. Как отсюда уезжать, непонятно. Но этот вопрос мы будем решать, когда будем уезжать. Сейчас приехали, закинули удочки. У каждого у нас по 4 удочки. Игорь 4 на флет закинул, у меня 2 на флет и 2 со стиками. Темно, на водоеме первый раз. Где тот берег, хер его знает, еще непонятно. Где-то какие-то там дома вроде есть, но это не точно. Может, это дорога или не знаю. Короче, непонятно вообще масштабы водоема пока ночью. У нас вот такая прикольная беседка. Здесь свет, розетки, холодильник привезли. Корабль есть с собой. Короче, закинули туда, куда глаза глядят. Я две кинул прям туда. Может, они на том берегу даже, кстати говоря, лежат. Как вариант, я не знаю, где он. А две где-то здесь рядышком. Игорь тоже, ты куда закидывал? Я недалеко, на ближнюю дистанцию. Да, ветер, кстати говоря, дует прям нам сюда, в берег. Есть шанс обловить этот берег. Не маркерились, ничего не знаем. Ил, не ил, бровки, не бровки, яму, не яму. Да, в принципе, водоема не видно, вообще непонятно, что здесь делать. Так что пока закинули, чистый эксперимент. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, мы надеемся, что хотя бы, ну, что-то поймаем, хотя бы карася. Ну, карася нам не интересна, нам нужен карп. Так что сейчас пьем чаек. И все, и сидим, ожидаем чуда. Всем приятного просмотра. Я думаю, следующее включение будет у нас уже утром. Если будет что-то крупное, у меня есть с собой мешок, мы закинем мешок, закинем, а утром уже достанем. Ой, и сфотографируем. Левая. Вот она уже. Третий раз уже пикает, да. То, ну, тоже можешь свалить. Две удочки вот у меня, вот, одиночные пики. То ли на свал куда-то попал, где-то в бровку, хер его знает, скатывается. Либо рыба долбит какая-то мелкая. Либо рыба подошла, ну вот, хотя одна, ну, не знаю. Ну, посмотрим. Короче, есть какие-то одиночные пики, но они непонятно, что это и как с ними работать. Есть вариант вот подключить сигнализатор и стейковать. Но это мы делать не будем. Все, всем приятного просмотра. Наливайте чаек, кофеек, делайте бутер и погнали. Что, ребята, вот такой кабан попался. Просто голова. Ну, я думаю, это пятнашка точно, минимум.
Чем будем смотреть? Вот и прошла наша великолепная ночка. Поспали практически ноль. Я не спал, Игорь успел поспать полчаса. Легли спать в 12, наверное, да, в начале первого. Короче говоря, в час случилась первая поклевка. Был амур. Игорь поймал в районе, наверное, 5 килограмм плюс-минус. Легли спать. Я ворочался. Игорь уснул. Ровно в 2 поклевка. Да-да, опять у Игоря. Тянул. Дистанция 180 метров, чтобы вы понимали, мы завезли на корабле. И вот эти 180 метров, амур идет на нас. Игорь все, маслает, дым уже с катушки идет. И вот он, амур, мы глаза в глаза смотрим, и он и уходит. Обидно, 180 метров два раза мотал, 360 метров за два раза. Нормально, он говорит, рука даже устала. Ну, вот опыт тренировался. Легли опять спать. Опять поклевка, я поймал карпа. Мы его не взвешивали? Первого? Пятерка, да. Он, короче, был прям короткий такой и пузатый. И все, мы его обратно закинули в воду. Легли спать, опять поклевка. Но здесь уже, это видео приложу, видели. Хороший карп, крупный, красивый, чистый. Тоже с дистанции 150 или 120 метров, я уже не помню. Шел почти до конца, легко. Потом метров 30-40 уже до берега, и он начал упираться. Он в моменте где-то просто встал. Я думал, где-то в корягу уперся. Я его не мог сорвать. Ту-дым, су-дым. Дыргал. Ну, вышел. Подошел со второго раза, получилось его взять. Офигенная, красивая рыба. Прям я счастливый был, как слон. По водоему. Сейчас только рассветало. Мы первый раз на этом водоеме. Прикольный, красивый водоем. Большой. Здесь до того берега, не знаю, метров 300-400, наверное, не меньше. Потому что вот мы возим дистанцию на корабле 180 метров, и это даже не середина. Прикольно. Очень широкий сектор. Я чуть позже подсъемы сделаю, покажу. Прям метров 50 здесь. То есть приезжаешь, вдвоем-втроем раскладываешься по кайфу. Рыба плещется, выходы какие-то бешеные, не знаю, какие-то слоны здесь плавают. Болтыхаются, но пока удалось поймать вот этого 13 килограмм, самый большой. Весь день впереди, я думаю, мы часиков до 6, до 7 здесь. Ну, до 6, наверное, может чуть пораньше свалим, если сейчас наловимся. Руки уже не будут подниматься, поедем домой. В общем, вот так. Дистанция у нас 100, 120, 150 и 180 метров. 4 в завоз палки и 4 в заброс. Пока из 8 палок только 2 работают. Работали. Уже часа полтора, как ни одной поклевки, и вообще тишина. Шикарный рассвет. Все, продолжаем ловить больших рыбов. Ребята, у нас рыбка на вываживании. Мы только перезавезли эту точку. Игорю опять повезло. 180 метров дистанция. Игорь, расскажи.
и биться, а сердце перестало, Игорь. Это пятнарик минимум. Чуть-чуть. А, он идет? Не хочет. Только не говори, что в зацепе. Погоди, дай ему постоять. Сейчас паровоз просто был такой охеренный. Не газуй сильно. Да, стой. Дай ему постоять. Блин, ну если это... Если все срастется, мне кажется, сейчас Игорь побьет мой бигфиш. Идет, да, потихонечку? Да. Это контент. Ставим сюда камеру. Так вот. A few moments later. Иди наверх, уходи. Кульминация, ребята. Башкой мотыляет. Пробую сейчас вверх его поднимать. Он дышать хочет безумно. 8 метров литкора. Здесь метра 4. 13 метров. Чуть-чуть еще ослабь на всякий случай. Чуть-чуть. Давай, глаза в глаза, сучара. Кто ты, воин? Ох, е-мое! Давай. Есть! Ну, все, что есть. Да ты че? Больше? Это твой бигфиш. Это мой, да. Да пойдем, донесу. Несешь? Да. Неси. Достали. Лысый? Лысый. Сейчас посмотрим. Хороший. Ой, засечка, не засечка, за кусочек кожи, за краешек. Поплыл. Лучше бы ты в воде так прыгал. Да. Что запуталось? Ох ты, больно. Больно? По руке прям нахватит. Христанул. Смотри, какой красивый, с этим, с желтым. Сейчас я поближе покажу. О, Игорь, я об твое полотенце вытру, мое. Там. Сейчас я камеру со штатива сниму. Вот. Все, посмотрел. Петушара. Так, технический момент. Я сейчас с головы. Ты глянь. Иу! Когда у нас Иван Купала? Сегодня.
такое? Глаза ему закроем, как будто ночь, что спать надо. На самом деле, иногда такой прием работает. Глаза закрываешь. И все, давай посмотрим. Вот он. Сука. Да как тебе? Хвост прям такой разорванный. Офигенный. Лысый-лысый. Пару чешуек. Давай его взвесим. Давай. 12-100 минус 1,5 килограмма. 10,5. 10,5. Ваше впечатление? Мне понравилось. Мне понравилось. Все, сейчас пару фоток на память и отпускаем. В целом, в общем, вот так выглядит водоем, на котором мы находимся. Вот такой широкий сектор. Здесь флажок, это граница. Здесь у нас дерево, с утра тень была. И вон аж до следующего флажка. Все это наше. Здесь также еще одно озеро. Ну, здесь рыбку разводят, ну, выращивают. Вот, кстати говоря, палаточка, в которой мы даже не поспали. Ставится, на самом деле, очень быстро. Ночью с фонариком идеально. Вот так здесь дверь открывается. Вот эта стенка переносится сюда, получается, одноместная. Кровать пока не приобрел. С Игорем положили матрас. И, в принципе, матрас, кстати, большой. Места достаточно. Она высокая, хорошая. Здесь задняя стенка. Полностью закрывается также сеточка. И можно ее вообще убрать, открыть. Пол тут, все дела. В общем, вот такая красота. Рыбачим. Вон, выпрыгнула рыбка. Прыгает много. Но на крючок натягиваться не хотят. Пока что. Вот такой широкий сектор. Реально здесь можно прям хоть 10 человек прийти и рыбачить. Офигенно. И широкий водоем, прям большой такой. На этом все. Рыбалка наша короткая закончилась. Очень быстро, конечно, день пролетел. Уже все собрали. Машина заведена. Работает коньячок. Началась жара, духота. В общем, водоем интересный. По-любому сюда еще вернусь. Прям понравилось. Рыба есть крупная, рыба хорошая, рыба сильная. Мелочи особо не было. Вся такая более-менее рыбка. Вот. Но мало. Было мало рыбы. Дистанции, конечно, космические. Ближняк вообще не работал до 100 метров. Не работало вообще. Работало всего две точки. 150 и 180 метров. Одну пробовал увозить на 250 метров. Тоже не сработало. 150 и 180. Две точки. В принципе, и все. Что еще сказать? Всем спасибо за просмотр. Приезжайте на рыбалку. Место реально прикольное. И не забываем заходить на Wildberries и заказывать офигенные бойлы, сумки Carp Today. Сейчас приходят крючки, монтажи и очень много всего именно от Carp Today. Заходим, заказываем, бесплатная доставка. Также, если кто-то из Краснодара, приезжайте к нам в магазин на улицу Новороссийская 3/10. Все, всем спасибо, я уже говорил. Все, всем пока.